Добрый день, мои дорогие друзья. Посмотрите, сколько снега у нас намело. У нас был снег уже вот 2 дня назад, а это опять шел сильный, опять вот идет небольшой такой мелкий. Но нам уже передают сильное потепление и снег с дождем. Вы посмотрите, какая красота. Ну, уже тепло сейчас. Всего 2 градуса. Вот на улице. Так что вот такая вот у нас сегодня погода. А сегодня у нас, друзья мои, 15 января. Посмотрите, что делается. Это да. Ветер, правда? Ветер неприятный такой. Вот. Вот как-то надо взять, чтобы хорошо было видно. Вот так, наверное, что ли. Да. Вот так. Вот так, друзья. Вот так. Иду, внука в школу надо проводить. Ой, ой, да, вот снег опять пошел, мелкий. А вы знаете, прям хорошо идет мелкий снег. Ну, у нас дорожки везде все чистят с утра всегда. Вот, дороги нет, дороги не чистят. А дорожки чистят. Каждый возле своего двора прочистил, все. Вот такая вот у нас погода, друзья. Вот такая. Январь у нас опять хороший, как и в прошлом году. В прошлом году тоже была такая погода прям. Тоже ноябрь, декабрь, ничего не было. Вот, а январь начался, и в этом году та же самая система. Вот, видите, вот такая вот. Кругом белым-бело. И идет снег, идет. Прям такой. Ну, сейчас мелкий идет. Может быть, конечно, сильнее пойдет. Ну, вот такие дела. И снова здравствуйте, друзья мои. Сегодня у нас 17 января. Ой, как солнечно, посмотрите, какая хорошая погода. Морозец у нас с утра был 10 градусов, надо сказать. Да? Но, друзья мои, я не это хотела вам показать и рассказать. Значит, что я хочу сказать? Ну, сейчас вот зима, ну что делать? Садить еще рано, сеять тоже рано. Поэтому я начала вязать себе пальто. Хочу сказать... Так у меня получилось все как-то не по уму, что ли, скажем так. Почему? Да потому что купила я пряжу турецкую в фикс-прайсе. Сначала купила 2, как сказать, мотка по 100 грамм. Вот такой вот сиреневой и розовой пряжи, да? И попробую, думаю, как она будет вязаться. Да, вязать можно, но крючком. Нет, можно вязать, конечно, и спицами, но для этого нужны длинные спицы, толстые. Вот, кстати говоря, пряжа эта продавалась со спицами, но с маленькими, с коротенькими. Вот, я вам сейчас покажу, с какими. Вот такие, друзья, коротенькие спицы. Ну, что можно на них связать? Ну, шарфик, вероятно, можно. Для шарфика она и предназначалась, эта пряжа. Вот, ну, короче говоря, я решила связать себе пальто. Хотела на весну и на осень. Но, друзья мои, знаете, смешно получается. Почему? Потому что, ну, во-первых, очень толстая получается вещь, надо сказать, очень толстая, да. Вот, во-вторых, пряжи, друзья мои, я объехала все наши магазины фикс-прайса, их у нас 3. В городе, чтобы наконец-то найти себе пряжу подходящую по цвету. Но, увы, я нашла еще 4 пряжи розового и 3 сиреневого цвета. Потом нашла еще вот такого оранжевого цвета, 2 всего-навсего, 2 мотка, да, белую вот такую пряжу. Тоже этого же производителя, но только в меньших объемах, то есть 50 грамм. Это было 100 граммовое, это 50 граммовое. И коричневую, вот такую.
Короче говоря, когда я стала вязать, пряжи стало столько много уходить, потому как я вязала крючком. Причем крючком я вязала с одним накидом. То есть, а столбик с одним накидом, да? Друзья мои, пальто получилось ужасно тяжелое. Ну, еще с рукава не связанные, вот можете себе представить. А у меня уже нет пряжи. Уже нет такой пряжи. Все магазины объехала, но нет такой. Ну, вот нет. Есть другого цвета. И вот представьте, я уже связала, да? И пришлось мне купить коричневую вот такую пряжу, которую я нашла в большем объеме, как говорится, но боюсь, что мне не хватит на рукава, которые я себе задумала. О руках я задумала сделать расклешенный. Вот, разлетайку, скажем так, рукава. Ну, короче говоря, вот пока все, что я связала, пальто очень длинное, как видите. Ну как, оно не совсем такое прям длинное, оно чуть ниже колена получается, да? Мне не хватает. Теперь получается, что на весну и на осень, только на ранние, когда еще заморозки до 10 там градусов, допустим, тогда это пальто прекрасно будет. В нем будет тепло, замечательно. Вот. Либо на зиму, где такие более-менее небольшие морозы. На весну, на такую, где температура от 0 там до 3 градусов и так далее, оно не пойдет, оно очень теплое. Но я думаю, что я себе свяжу другое, тоник возьму другую пряжу и свяжу, если, конечно, у меня настроение еще будет. Ну вот, пока, друзья, связала вот это. Теперь мне нужен воротник. У меня опять-таки не хватает вот такой пряжи. Вот. Потому что если я свяжу воротник из нее, то у меня на рукава не хватит хотя бы окантовки, чтобы хоть как-то сочеталось у меня пальто само с рукавами. Почему? Потому что, ну вот представьте, если у меня тут все там розовое, оранжевое и белое есть, и будут одни только коричневые рукава. Ну, я сомневаюсь, что даже их хватит. Ее хватит коричневой пряжи. Ну, короче говоря, вот такое дело. Да, вяжется очень быстро. Я быстро вяжу. Я вяжу и спицами, и крючком. Но вот эту пряжу лучше всего, конечно, было вязать резинкой. Почему? Потому что, то есть, одна изнаночная, одна лицевая. Потому что очень плохо видно петли. И можно их упустить. А когда вот вяжешь резинкой, видно, что ты пропустила один ряд, потому что идут либо только лицевые, а изнаночных не видно. И вязать так вполне возможно. Получается очень теплое, очень, конечно, такое пальто, скажем, мягкое, все. Ну вот, не знаю, друзья. Начну вязать рукава, но в субботу хочу сходить, купить хотя бы чуть-чуть подходящие пряжи и в рукава сделать такие вставки, чтобы оно было хоть на что-то похоже. Думаю, сделать воротничок, раз уже это такое пальто. Воротничок, думаю, только я так думаю, как оно получится, не знаю. Воротничок, я думаю, сделать отложной, не стоечку, а именно отложной воротничок. Причем, может быть, даже такой большой воротник, скажем, а не воротничок. Вот, чтобы он прямо был, ну, такой шикарный. Пока еще не решила. В общем, посмотрю, что там с пряжей у меня получится. Ну и рукава, конечно же, буду стараться делать разлетайкой. Один свяжу, посмотрю, что получится. Если не будет хватать, придется развязать и делать что-то по-другому. Ну вот, пока что вот так, посмотрите. Вот такое пальто у меня. Да, оно очень, надо сказать, я сшила так, что не видно швов. Вот, ну, их, вы знаете, и не может быть видно, потому что такой махровый, такой толстый, такой теплый получается вообще. Вот это такая получается теплое полотно, что даже, как говорится, ну, только в холодное прям время года носить его. Зимой, конечно, это будет как бы, ну, не совсем как бы подходящее. А вот ранней весной и поздней осенью это будет вполне логично, вот это пальто. Ну вот, друзья, я вот когда совсем довяжу, я вам обязательно покажу, что у меня из этого получится и как получится. Оно получилось немножко мне широковатое, конечно, я даже не ожидала. Хотя я набирала 80 петель на спинку и 40 петель наперед, вот на передние планки. Но вот получилось широковато. Ну, я думаю, при стирке она вытянется, это полотно вытянется, и оно не будет широким, а будет длинным, скорее всего, потому что пряжа тянется очень хорошо.
И думаю, при стирке она вытянется и будет ниже колен и уже. Ну, я еще думала, пока еще думаю, сделать здесь еще такой типа сборочку. И как сзади, как все равно, как бы это сказать, хлястик, что ли. Ну, пока еще точно не знаю. Ну, вот так думаю. Ну, вот как вы думаете, на пальто это похоже или больше похоже на какой-то халат? Ну, вы знаете, что бы я сказала, для халата слишком тепло, конечно, слишком, наверное, или ярко, или даже не знаю, как это сказать. Вот. Ну, вот и что получилось. Конечно, если бы была пряжа хотя бы двух только видов, да, розовой и сиреневой, можно было бы прекрасно связать пальтишко такое, знаете, чтобы было оно. Ну, вот пряжи нет. Вот такие маленькие партии оказались. Вот так. А в интернете смотрела, нету такой пряжи абсолютно. Вот, есть другая, а вот такой точно пряжи нет. Но хотелось бы, чтобы все-таки, если уж цвета разные, расцветки, хотя бы сама пряжа была подходящей, такого же качества, как говорится. Ну, вот видите, что у меня получается. Ну, вот, друзья, это все, что я хотела вам показать на сегодня. Воротничок я начала. Вот, пока что получается маловато. Надо, вот, чтобы был все-таки отложной воротничок. Ну, потому что не соответствует без воротника такое теплое пальто. Нет, ни в коем случае. Нужно делать большой воротник и такие подходящие рукава все-таки разлетать. Я думаю, так будет более подходящее для этого пальто. Ну, а там посмотрим, друзья. Один рукав свяжу, будет видно. В общем, когда я начала вязать, я вам скажу. Вязать пальто я начала с 6-го. Даже не с 6-го, а с 7-го. Ой, простите, с 8-го числа начала вязать. С 8 января. И вот, как видите, сегодня у нас 17-е. Я вот так быстро связала спинку и две полочки. Вот, конечно, это будет на застежке. Обязательно я куплю красивые, огромные надо сюда пуговицы, потому что все-таки толстое пальто. Сюда нужно огромные, причем не одного цвета, а какие-то разноцветные пуговички. Какие круглые или. Ну, в общем, я еще пока не решила, буду смотреть. Вот. Так что вот так, друзья. Ну, вот напишите мне, как вы считаете, пальто слишком оно, ну, как бы вызывающее, что ли. Ну, вы знаете, я хочу сказать, я не хочу быть похожей на других. Вот мне хочется что-то такого неординарного, что ли, чтобы не было как у всех. Хочу, чтобы было только у меня, и все. Ну вот, жду ваших, как говорится, комментариев, что вы на это скажете. Спасибо, друзья, за внимание. Всего вам доброго, хороших вам зимних дней. Скорейшего наступления мира, счастья, здоровья и всего самого наилучшего. Ну, а с вами была Валентина. До следующей встречи, друзья.